Всем привет, друзья! Это канал Масалим. В работе у нас сегодня Nissan X-Trail. Делаем шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Крыша, видите, такой сплошной голый металл. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции. Пол в багажнике. Несколько кусков фибры на арках по квадрату. Арки. В автомобиле самые шумные места, поэтому этого недостаточно. Смотрим двери, задние двери, слышите, звенит голый металл, передние двери также, ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции. Пол в салоне, пол в салоне, только передняя часть пассажира и водителя проклеена виброй, поэтому владелец приехал к нам все дело исправлять, по мнению владельца. В автомобиле шумоизоляции практически никакой. Сейчас подготовим поверхность и приступаем все дело исправлять.